Смотрите, дачный купаж мне предлагает Валерий Константинович. А почему не снять видеоролик со студенткой Еленой? Заметьте, она еще была студенткой 2 года или 3 назад, я уже забыл. Пусть раскроет со своей стороны какую-нибудь тему, может, противоположную вашему взгляду, мнению. Что мне делать? Я вначале посмеялся, похихикал. Думал, не буду внимания обращать. Потом говорю, скажи, пожалуйста. Коллега, ты знаешь, что я по 200 рублей плачу студентке за монтаж фильма? Вот. Она все равно прожить не может на это, на стипендию. Ну, знаете, что такое российская стипендия? Ну, что смеетесь? Правильно знаете? Вот, 200 рублей. Вы понимаете, вы думаете так. Я взял, снял, вы попросили, я снял. А? Елена Александровна, снимем? Ну как? Пусть этот товарищ, вот это же, он же живой человек, видите, вот я нажимаю, вот он, щелкните ссылку, пусть он эти 200 рублей-то выложит. И вот я говорю, уважаемый дачный купаж, значит, 8-960-776-86-72. 200 рублей. Все, по рукам нет. Потом говорит, снимите ролик. Вот. А я такой же с просьбой, пришлите 200 рублей. Я не с протянутой рукой. Это за работу, и не мне, а студентке. А я бесплатно сниму, я же не прошу 1000 рублей. За то, что я вас чему-то научу. А прикол-то в том, знаете, чем мне понравилось? Противоположно ваше мнение. А есть еще у нас расхождение Китая, Елена Александровна? Есть? Ну ты же не пошла заведующая в этот. Не успела кончить университет, предлагает должность заведующая это самое. Плодопитомника. Сколько ты там называла цифры? 80 тысяч саженцев, да, вырастить? Я сейчас подзабыл. Ну, допустим, 80 тысяч. Через несколько лет 80 тысяч мертвых саженцев. Это микроклонирование. Я говорю, ну что, пойдешь? Он говорит, нет, не пойду. Вот так вот. Ну что, будем искать противоположное мнение? Есть еще такие. Но главное, прикол-то какой. Пусть раскроется со своей стороны. Ну правильно, учили же это самое. Как надо белить. Ой, не могу. Ну что, дальше купаж. Пришлите 200 рублей, а? Я всем обращаюсь. 500, у меня в планах 500 фильмов. Это 100 тысяч рублей. Ну пусть 50 рублей кто-то, 100 рублей. 8-960-776-86-72. Я говорю, без всякого трагизма. Просто подсказал товарищ, как надо. Раскроем, Елена Александровна. Мы с ней сидели. Ой, надо бы повторить, но, может быть, мы... А, Елена Александровна, мы можем там, где противоположно. Мы с тобой сидели вот тут вот, плечо к плечу, за этим компьютером, где я сейчас. Так, и 6-й класс ЕГЭ, а может, 8-й, может, нет, кажется, не помню. И мы, там были вопросы. 2 неправильных, 1 якобы правильный. И мы с ней каждый проработали, потом сделали выводы, что мы никак 5 не получаем. Ну, из 3, 2 правильных. А крыша едет? Нужна ли влажность? Это самое. Для того, чтобы зашли семена. Мудрый вопрос, мудрый ответ. И вот там, если мы с вами найдем, еще один раз ко мне приедешь, найдем такое, но уже другого, может, года. Ну, по биологии. Вот. И вот так же будем советоваться, делить. Вот так же, как помните, кто против миллиона или как там. Ну как правильно? Они сидят вдвоем и обсуждают. Один говорит, нет, вот это правильно, другой говорит, нет, чуть ли не спорят. Вот, давай так. А? Ну все, пришлось 200 рублей, а? Дай себе купаж. И все, и тут же. А я же человек слова. Пришлось, значит, будет. Так, Елена Санна. Ой, Татьяна Александровна теперь уже Железова, моя невестка. Вот он, питомник, к весне уже почти ничего не осталось. Фотография делалась, правда, весной еще. Вот. Ее можно назвать учебной фотографией. Конечно, горшка. Конечно, двухлетка. Конечно, отрезано будет там, где вот видите, где вот примерно, где вот сейчас белые вот эти вот торчат ручки,
Вот здесь будет отрезано. Это святое, несмотря на то, что корни якобы целые. Ну, вы еще спросите, Константинович, ты же терпеть ненавидишь эти самые нижнескелетные ветки. Я говорю, да. А кто их заставлял так расти? Это еще от сорта зависит, у меня такое есть. Игрушки такие бывают. Но что будет дальше? Значит, люди купили эти два саженца. Я попросил их попозировать. Вот здесь после этого были отрезаны. Так. Когда посадят, легче приживется, потому что, ну, где-то уже, считайте, вот видите, какие дынючие. Где-то одной трети уже не будет. Да? Почти половина. Где-то одна треть. Тогда корни уже точно выкормят две трети. А потом она, внимание, учеба, она вот тут начнет обрастать. Тут мы чик, и пойдет в сторону расти. Так понимаете, о чем речь? И тогда будет нормальный низкорослый саженец. Почему? Если бы даже уже сейчас, а на многих саженцах они отсюда и начинаются. Вы видели? Наоборот, хвастался. От самого прививки уже пошли. Это были почки с боковых веток, поэтому они генетически не расположены. Иметь штамп не должно быть штампа. Большинство идет прямо снизу. Вот. И это все хорошо, но, внимание, друзья, вот, мы всегда, хоть они и были бы не отрезали, и здесь мы не отрезаем, они нарастут позже. Вот сюда не дадим расти, и будет вот так. И у нас будет саженец, который я называю, никакого стриптиза на морозе. Никакого. Вот. И я вам потом покажу еще кучу фотографий, где именно вот эта прививка низкая-низкая. И ветки низкие-низкие спасают деревья в самых страшных условиях. Вот. А вся эта болезнь дичайшая, страшная. Я, видите, метровые штампы по неволе. Но я использую именно это, чтобы был повод поговорить. Страшная смертельная картина, когда 5-10 скелетных веток, которые по неволе лезут сразу после прививки, вот, отрезается и сразу теряется все. Иммунитет, здоровье. Дерево начинает болеть, его покрывает. Потом, ой, муравьи полезли. Вот они злобные. Вот. Вот вам на этом примере. А саженцы ничего, да? Вот, не стыдно. А что выросли высоко пошли скелетные ветки, простите, это морфология, это уже не ко мне. Вот, привали по-честному. В самую землю. Для связи. Вот телефонные ветки. 8-913-444-3178.